have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, у нас тут игра Деспота нарисовалась. Поиграл я немножечко еще дальше, кстати, игрушка обновилась, ну, то такое. Ладно, у нас, значит, появилась классика, у нас есть пушечное мясо, у нас есть спортсмены, у нас есть средневековье, есть косплей, есть, да, вот это еще не собрано. Я уже даже не знаю, как пойти по классике, не по классике. Я один раз, кстати, ходил за пушечное мясо. Довольно интересно, потому что у нас тут маска хорошая. Спортсмены. Может, в этот раз за спортсменов слазим? Давайте попробуем. Более-менее, мне кажется, что я немножечко научился играть. Я вот недельку посидел, поиграл просто для себя, чтобы понять, что вообще и как происходит. Так, у нас тут метатель... Кто ты, маг? А, умники есть. Маги и умники, да, надо не путать. Фу. Блин, эта музыка, она просто офигенно драйвовая. Таня Кличко танкует. Очень жаль, что она танкует. А, так, я возьму, наверное, копейщика еще как одного танка. Так, так и так сделаем. Прокачивать магазин просто обязательно. Я более-менее разобрался с прокачкой магазина, более-менее разобрался с мутациями, что их тут тоже покупать и все делать. Мне нужно вот до сюда добраться, кстати, до распродажи. Так. Ладно, поехали. Насчет еды на первом уровне особо не переживаем. Ну-ка, поехали. Дружище, ты уходишь. У меня для тебя хорошие новости. Так, уклонение. Метатель имеет 30 шанс уклониться от атаки. Отлично, у меня как минимум один метатель есть. Поэкспериментировал я немного с разными классами, как выглядит количество магов, как выглядит... Пойдем и через еду, потому что я хочу больше денег заработать, прежде чем в таком-то приду. Если у нас есть умников много, они начинают всякие крутые вещи вытворять. В общем, очень много чего увидел за эту неделю. Блин. Минус Кличко. Еду мы не покупаем, потому что у нас 3 человека, 25 еды, мы будем пока экономить денежку. Но тут мы, возможно, сейчас закупимся, потому что втроем мы босса не затащим, у меня большое ощущение. Итак, у нас есть... О, у нас есть первый медик, который появился. Давайте, наверное, вот так тогда. Качнем магазин. Возьмем стол, возьмем медика и возьмем человека. И вот так вот. Поехали. На еще одного человека мне не хватит, но у меня, по крайней мере, на следующем уровне появится один медик. Уже хорошо. Тыкайте его копьем. Блин, сгорел один на работе. О, мне за него мячик вернули, неплохо. Хорошо, Кано. Человеки зашли в тупиковое ответвление коридора и обнаружили синющий труп, висящий на дереве. Ничего себе, тут дерево растет, подумал расходник. В труп кидается обломками кирпичей рыжий пацан лет 12. Он на дереве труп. В труп кидается обломками рыжий пацан лет 12. Кано. Ну, в смысле, Куно вы хотели тогда сказать, да? Он заговорил с вами, не отрываясь от своего занятия. Пошли отсюда. Куно поляну держит. Вы на мусоров похожи. Куно мусоров. Да-да-та-да-та. Мальчик, прекрати выражаться. Не то есть, проигнорирую пацана и осмотреть свисающий труп. Это то, что мы и сделали, собственно, в игре, если вы помните. Я думаю, что вы уже все догадались, на какую игру отсылка. Она у нас буквально в этом году была на канале. Посмотрим. Судя по запаху, висит труп давно. Неделю он уже висит, поскольку мы бухали в танцах в тряпье, да? На теле видны татуировки, следы насилия и пулевое отверстие в пузе. В пузе? Ну ладно.
Отверстие, похоже, посмертное, иначе вокруг него все было бы залито кровью, а дырочка вполне аккуратная. Но это все не важно. Важно ботинки, потрясающие ботинки из естественно легкого и прочного материала. Как же не хватает ботинок человека в блужданиях по этим лабиринтам. Что, ботиночки присмотрел? Давай, давай, Куна, посмотрим, как ты их снимешь. Попробуй снять, 50 шансов успеха. Ну да, давай. Расходник пытался сдернуть ботинки, но не выдержал смрада и исторгнул из себя плохо переваренную пищу. Обойдемся без ботиночек. Жаль. 50% был хороший шанс на ботиночки. Итого. У нас есть турелька. Очень хорошая штука, но у меня на ней не хватит. Поэтому мы берем сейчас, ставим медика, чтобы у нас хоть что-то было. И метателя нашего тоже вернем. Знаете что? Я этого шляпника куплю тоже. Фу. Не самый лучший состав у нас сейчас, но ладно, что есть, то есть. Поехали. Нам еще на две комнаты еды хватит. Файт. Неплохо, не прокачивается. Еду я пока что покупать не буду, она не испаряется, поэтому мы потом сможем за ней вернуться. К тому же одну комнату мы сможем повоевать голодными, если чем. Тут я тоже закупаться не буду. Экономим денежку. Идем дальше. Вон, еду в соседней комнате похаваем. Так, что у нас тут есть? У нас есть колючая броня. Возвращают... Кстати, неплохо. У меня бойцов нету, но это, в принципе, будет неплохо. Вампиризм. Метатели получают... Вот это тоже очень хорошо. Я думаю, возьму этот вампиризм, потому что я собираюсь, чтобы у меня метатели были в команде. Так, зомби. Хорошо, давайте. Это хорошее задание. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Пойдемте за хавчиком сначала сходим. Я так полагаю, что мы сейчас пойдем сюда. Там дальше будет комната с порталом. Да. Подеремся. Купим хавчик. 35. Нам пока что хватит. Если что, перед боссом мы все равно будем через комнату с хавчиком проходить. А что у нас по мутациям? Я бы взял... Мне бы распродажу просто. Ну ладно. Пока что тоже не буду. Ничего, возможно, к следующему этажу сможем прикупить. Файт. Блин, ну нафига вы мне метатели-то? Так, ладно, мне нужен еще один доктор. Это 200%. И мне нужен холодильник. И я, наверное, даже... Нет, пока что прокачиваться не буду. У меня там еще один магазин впереди. Мы все равно сюда телепортнемся. Хочу посмотреть, что будет по деньгам. Так, копейщика сюда, доктора сюда. Количество врачей нужно наращивать, потому что это крайне важно в будущем. Как бы я уже немножечко... Блин, копейщика убили. Я говорю, количество врачей надо наращивать. Да, хорошо, давайте копейщика убьем. Чувак в пачке, который будет раздавать по пачкам. Вот так вот сделаем. Да, я еще одного человека прикуплю себе. Ловкача сюда, копейщика сюда. Врачей надо больше, но тут у нас ничего медикаментозного больше не было. Ай, блин, и у меня сейчас еще и заберут одного человека, который превратится в зомби, да? Кстати, ребят, я видел один очень интересный пункт в ачивках. Кажется, это вирус на свободе. Нет, не балерина! Черт. Ладно, как раз копейщики заразился. По-моему, самое слабое звено. Там была такая фишка, протащите зомби по аэротрубе. Я могу не сдать квест сейчас. Если что, мне просто интересно, что будет, если я его не сдам. То есть зомби-то все равно со мной. Это я заберу, это я заберу, это я заберу.
Пойдемте я подерусь с его помощью. Я надеюсь, его не убьют. У него очень много жизней. Кстати, ну как очень много? Ну, кстати, да, много. Если он выживет, было бы прям хорошо. Лечите их, пожалуйста. Да, нормально. Я могу не сдать квест и уйти вместе с зомбаком. Я хочу попробовать это сделать, мне интересно. Я не помню, что там за квест дают, то ли денежку дают, то ли что-то такое, но давайте попробуем. Да, видите, зомби-лавер, появилась ачивка. Так, хорошо, сундук. Сундук лечит. Лежит, очевидно, что это мимик. Или нет? Пусть расходник идет открывать сундук. У нас есть расходник Ли Купер. Чувака просто зовут расходником. Он второго уровня. Сначала расстрелять, потом разберемся. Это был не мимик. К сожалению, вы попортили часть хранившихся сокровищ. Получаете только 10 жетонов. Хорошо. В прошлый раз, если что, когда я пошел открывать, это был мимик, и он мне сожрал человека. Так что забейте. Я возьму, наверное, дефибриллятор. По-хорошему бы прокачать еще магазин, но не получится. Черт, много медиков не бывает. Все, 4 медика, теперь будем наращивать огневую мощь. Тут можно было взять чувака с хлыстом, тут можно было много чего взять. Пойдемте деньги копить. Нам сейчас нужно будет много чего. Так, файт. Пока движемся без потерь, все отлично, поэтому... Блин, надо было в ту комнату зайти. У меня, кстати, 4 медика разнообразных. Ой, это круто. Возьму вот это. Нужно вот это сделать. И нужно распродажу, накопить на распродажу как можно скорее. Поэтому... Я все-таки схожу в ту сторону. Да, я потрачу сейчас на это много еды, но мне кажется, что в той комнате может быть что-то... Да, там дальше еще комната с порталом будет, отлично. Супер. Возьму перца с гравипушкой. Это будет мой второй умник. Уже неплохо. И идемте теперь в портал. Там дальше ничего нет. Отлично. Это тупиковая комната. Смотрите, чувак, по-моему, в одно рыло. Так, это я заберу. Идем сюда, потом к апгрейду, а потом... здесь мы ничего покупать, наверное, не будем. Сколько мне дадут за эту комнату, интересно. Я бы здесь ничего не купил бы. Можно прокачать рынок, а можно... Можно купить распродажу. И тогда в следующем магазе у нас по распродаже будет одна вещь с хорошей скидкой. А следующий магаз у нас наверху. Пока вроде ничего идем. Так, ора-ора. У нас один, да? Есть мечники. Мечников, к сожалению, нету. Каждый через секунду вращается, нанеси магический урон в размере своей атаки через 7 секунд. Это неплохо, кстати. Вот, я отвагу возьму. Это хорошая штука. У меня она раньше попадалась. Если противников больше, это очень сильно помогает на уровнях зомби. Блин. Есть, распродажа сработала. Дубинку шамана берем, это очень хорошая вещь, мне она нравится. У нас появляется вот такой вот чел. Он, правда, медленный. Я его, наверное, даже с зомби поменяю местами. И можно прокачать еще раз магазик. Супер, у нас и прецели появились. Не, прецель по скидке, только у меня денег нету. Магаз, по-моему, прокачан полностью. Наверх я тоже схожу, подерусь.
просто для денег. Да, мне сейчас денег придется потратить на еду, потому что я не хочу идти на босса голодным. Но как-никак... Хотя зря, наверное. Да, короче, это было зря. Я сейчас эту же еду и солью. Ну хорошо. На две комнаты мне хватит. То есть телепортация у нас на следующий уровень будет бесплатная. Балерина полетела такая сразу. Макиотти. Хорошо. Пока что по урону мы проходим. Поехали дальше. Как он холодильник в трубу пропихнул? Вот что мне интересно. Итак, мясной шар. Это мне встречалось. Как только человеки поступили на следующий уровень, спустились, им навстречу выскочил новый монстр. Огромный красный шар биомассы с торчащими, словно корона, присосочками, щупальцами. Шар медленно покатился на человека. Можно сплотиться и встретить шар, а можно в рассыпную и как можно дальше друг от друга ждать приближения шара по одному. Давайте вот так. Шар прокатился мимо, не обратив внимания на человеков, только Аня пару раз кашлянула. Благодаря правильной встрече этого монстра человек не пострадали, а у некоторых даже вырос иммунитет. Мечники получают бонус 50% к здоровью. Супер. На основе этого... Блин, я бы взял еще... Ой, турельку бы взял бы, я бы много чего взял бы. Я понимаю, что у нас стрелок на распродаже. Ладно, возьму стрелка. Потому что реально хорошая цена за хорошую пушку. Но... Возьму еще одного медика. И поставлю перед ним зомби. А стрелка поставлю за ним. Вот такую формацию сделаем. Хорошо. За едой. А, тут мы уже сразу голодные. Ну, круто. Файт. Медики начали друг друга лечить. Молодцы какие, блин. Пойдем. Портальную комнату оставлю на последочек. Да ну хорош разбрасываться-то! Блин, просто ненавижу, когда они эту атаку делают. Так, хорошо, второй шанс. Стрелки имеют шанс после боя воскреснуть. После боя... Да, я это, кстати, видел. Все юниты с вероятностью 20% применяют атаки способности без кулдауна и траты маны. Это круто. Воскрешение. Давайте вот это возьмем. Сходим вот сюда. Магаз у нас прокачан, скидочки у нас есть. Можно, кстати, попытаться потом дальше качнуться, но все зависит от того, сколько у нас будет денег. Мне еще нужно армию выращивать. Нужно... Тут очень тонкий баланс между выращиванием армии и... всем, чем может быть. Ладно, у нас дефибриллятор по скидке, кстати. Я возьму. И бензопила, это он считается мечник. Давайте я возьму лишнего мечника. И лишнего медика к нему приставлю. Хорошо. Я хочу мутацию, которая мне будет давать... Блин, еще на одну комнату. Ну ладно. Хочу мутацию, которая мне будет давать, чтобы медики лечили на расстоянии. Это было бы очень круто. Тут мы сейчас ничего не покупаем. Идем в комнату с едой. Да, тут мы сейчас даже копье не берем. Кстати, копье такая себе штука. Идем в комнату с едой. Покупаем тут еду, соответственно. У меня ни разу со мной не дрался зомби, я его всегда сдавал. Сколько? 36? 36 это мало. Нам надо все. Идем, наверное, сюда.
Отсюда портанемся. Тут файт. Хорошо. О, экзоскелет по скидке. Я хотел сказать, тут ничего не берем. Ну, блин, экзоскелет по скидке, мне это нужно. Я забираю, спасибо. Это просто слишком крутой юнит, чтобы его пропустить. Ну что, портуемся обратно. По крайней мере, телепортации у нас бесплатные получаются. По еде, я имею в виду. Главное, чтобы никто не сдох, пожалуйста. Все, смотрим на вот этого перса сейчас. У него там глаза, не хочу говорить, где. Вот, смотрим, как мы разматываем 12 тысяч жизней. Потому что 12 тысяч жизней это все-таки немного. Там у нас очень скоро будут мобы, которые будут гораздо плотнее. А тут типа босс. Смотрите, они мне башню построили. Так, ладно, у нас минус медик. Такое, ладно. Я бы еще тут подрался. Ой, там еще еды закупить можно, отлично. Надо будет потихонечку мутации качать, но пока что я немножечко занят наращиванием именно... Ой, кнут по скидочке. Да и каратель. Че, у меня один стрелок, да? Давайте я возьму... Есть Sailor Moon, если чем. Ну, Sailor Fuku, но это не страшно. Это у нас, кстати, тоже маг, да? Давайте я возьму стрелка. И как раз кнут. Все, супер. А человеков закупим уже на следующем этаже под эти оружки. Потому что человека всегда можно закупить, а вот оружки хорошие. Смотрите, инженеры что творят. Они строят башни, так же, как, например, эти ктулхи, ну, в смысле маги, вызывают ктулхов, так инженеры могут вот такую дичь творить. На две комнаты мне еще хватит харчика, поехали дальше. Это я, кстати, про холодильник спрашивал, да, а как вам, как мило, давайте поймаем и сидим, минуточку. Милое небольшое животное на большом валуне. Зверь задумчиво сидит в позе лота, сложив передние лапки на колени у великий плюшевый мастер. Как забрался на эту большую... Ну-ка. Я действительно великий учитель, хоть я и слышу в твоем голосе намек на сарказм. Ты не воин дракона, но за неимением других учеников я могу научить твоих бойцов чему-нибудь стоящему. Мой урок будет стоить 5 пельмешек. Давай. Бойцы научились открывать внутреннюю энергию и наносить удары без прикосновения. Дистанционные атаки бойцов увеличились. О, сила дракона. Хорошо. Балерину, ну, короче, да, денег у меня нету, поехали дальше. Может, я здесь, кстати, сейчас закуплюсь, посмотрим. Ой, это уже чуваки с экзами. И они меня убивают, если чё. Блин, мне медиков не хватает. Чуваки с экзами очень плотные. Очень плотные. Кого они мне убили? Мечника мне убили. Твари. Так, метатель прецелей. Раз, два, три, четыре. Причем я могу еще и прецель купить. Хорошо, куплю. Значит, мечника обратно выставляем. Этого обязательно нужно медика. Теперь плеточник. Плеточник у нас ловкач, да? Так, тоже сюда. И, наверное, карателя сначала поставлю, потом поставлю метателя прецелей, когда у меня будет возможность на это. На, блин, на следующей комнате мне уже не хватит, потому что я купил лишнего человека. Я сейчас буду с дебафом сражаться. Это не очень хорошо. С другой стороны, эти чуваки вроде как терпимые. Ну, с ними можно биться. Хотя они плотные, я их слишком долго убиваю. Мне нужно наращивать боевую мощь. Покупаем? Что делать-то? Бойцы приходят и уходят. А кушать хочется всегда.
Блин, мне все-таки убили чувака с бензопилой. Ну вот, ну твари же. Ну что скажешь про таких людей? Я теряю людей. Если я теряю людей, значит я делаю что-то не так. Давайте такая вот логика. Если у меня убивают людей, значит я делаю что-то не так. Значит что-то где-то не сходится. Если ты прошел комнату без потери, значит все нормально. Если теряешь людей, значит, ну вот... Вот такой ты лошара. Собственно, я. Здравствуйте. Да. Я по скидке даже ничего купить не могу. Я могу прокачать что-нибудь? Синт получает 30 мани. Классные мечки. Вот что. Все человек получает плюс 50 бонус здоровью. Вот это бы мне нужно. Я немножко поднакоплю, наверное. В следующей комнате я ничего не смогу купить. Это очень сейчас рисково, то, что я делаю. Это вообще отвратительно, потому что если я продолжу терять людей, то я не смогу пройти дальше, но придется рискнуть. Дайте мне дистанционное лечение, пожалуйста. Так, фаербол, маги получают... Сколько у меня магов? 2. Во славу сатане. В начале боя культисты приносят жертву новичка, чтобы нанести всем противникам 300 урона. У меня нет новичков. Да получается мне таскать с собой новичков? Замедляющая атака. Умники замедляют атаку противника 30%. О, вот это не нужно. У меня умников много. Ну, 3 штуки, по крайней мере. Пойдемте еще там подеремся. Ой, жертвоприношение. Просто забейте. Тут вроде пока что неплохо идем. Пойду, наверное, вниз, что ли. Да, тут у нас просто комната. Потом за хавчик надо будет подраться с дебафом, что очень жаль. Мне нужно больше урона. Смотрите, смотрите, эти, короче, просто одну вышку, другую вышку. Третью... Нет, третью вышку не успели построить. Но вот я что говорю, когда классы сочетаются вместе, получается классно, да? Хорошо. Нам нужен танк. Я бы метателя тунца взял, на самом деле. Он очень хороший чувак. Но я возьму танка, броненька Каху. Потому что ну, нам нужен танк. Может быть, даже с зомбачком его местами поменяем. У нас есть на плазмомет. Скидочка хорошая. Так-то он стоит 21, вот такой же. Или можно взять метателя тунца. Ладно, возьмем плазмомет. Возьмем, наверное, Ктулху. У меня магов нету. Из чего-то надо начинать. Мне очень нравится атака магов. А как она выглядит? Нужно потихонечку собирать магов. Блин, я потратился больше, чем я ожидал. Ну ладно. Пойдемте сейчас подеремся за хавчик. Ну, просто надо как-то наращивать огневую мощь. И, ну, хотя бы вот так. Лишний стрелок и маг. Ну и танк. Танк это очень важно, потому что... Важно, поверьте мне. Хорошо, покупаем еду. Вот жалко вот это вот. Очень много еды. Я бы ее покупал бы, но у меня регулярно не хватает на нее денег, потому что у меня все впритык просто уходит. Пойду через телепорт, потому что так просто ближе к боссу. Мы сейчас поедим, у нас будет баф сытости, и мы босса сможем, наверное, ушатать, я надеюсь. Ну, довольно неплохо у него жизни уходят. Вот этот щит, который он включает, реально бесит, если что. Он его регулярно врубает, у него всегда на него хватает... Блин, холодильника убили. Ну что ты за человек-то такой, а? Ты, конечно, не человек, ты, конечно, просто плоть и кусок.
То есть они же все это время тратят силы, атаку для того, чтобы атаковать, и... Еще кого-то слили. Какашу слили. Сдохни уже просто. Да, танков мне моих посливали, конечно, капитально. Минус 2. Это печально. Причем какаху даже не вернули. Очень вот прям вот. Отвратительно. А человеки увидели висящий в воздухе куб, собирающий робота из старого советского комбайна и еще более старой подводной лодки. Пожалуйста, пожалуй, стоит задать ей вопрос. Ты кто? Я куб Розальский. Идите своей дорогой, статисты. Не мешайте работать художнику. А что ты создаешь? Я делаю робота для своей новой картины. Я считаю, что прежде чем что-то нарисовать, нужно это создать в реальности. Малевать что-то прямо из головы — это обман, фальшивое искусство. Хуже только зануда. Просто зарисовывающие что-то и так существующее. Создать что-то невероятное, а потом запечатлеть это на холсте. Вот настоящее искусство. Понаблюдаем. Вы видели, как куб с немыслимой скоростью создал скульптуру робота и поставил ее в красивую позу? За считанные минуты куб создал полотно, вписав человека в композицию с мехой. По такому даже пару игр не стыдно сделать. Ну, хорошо. Все человеки получили бесценный опыт, точнее 300 единиц опыта. Офигеть, круто, круто. Вот это сейчас было красиво. Так, 26. Мне нужно так. Ктулха, привет. Так. Наверное, вот сюда вот тебя лучше. Еще один медик, не помеха. Так, у меня 4 медика с разными. Есть с медпачкой, есть с носилками, есть дефибриллятор и есть Джек Попов. Или Попов, уж извините. Хавчик. Хавчика мне хватит на 2 комнаты. Идем в пустую комнату, копим деньги. О, зомби. Мои зомби против их зомби. Вроде справляемся, не хочу накаркать. Комната с порталом, хорошо. Может потом зайти будет в соседнюю комнату пожрать, если получится. Блин, они прорвались! Мне медика грохнули. В общем, если количество зомби совпадает с количеством танков, мы их держим. Если они прорывают оборону, то получается вот вообще не очень. Стратокастер можно взять. РР. Это, кстати, очень крутая штука. Можно лазерного мечника взять. Так, вилы. Вилы, честно говоря, не хочу. Чувак с вилами очень быстро сливается. Вот эта вот цена, я так понимаю, это 5 уровень. И это, кстати, тоже... Маг, что ли? Блин, посмотрите, как он выглядит. Кто смотрел Бешеного Макса, тот поймет, в чем дело. Фиг с вами. У меня этот прецель просто лежит, глаза мне мозолит. Да, я пойду за едой. Мне безвыходно. Опять на мамонта мне не хватит, что очень печально. Зомби! Во, наконец-то они стали вызывать щупальцу. И тут же медика убивают, да вы издеваетесь каждый раз, блин. Одно и то же. Только я поставлю... Ну, я так понимаю, что это у меня 2 разных медика, и каждый раз убивают разного. Сам факт. Так, ладно. Это я куплю. Это одну куплю, и то хорошо. Пойдем дальше. Что у нас тут за улучшение будет? Пожалуйста, пусть будет дистанционное лечение.
Вы вообще правильных людей лечите или нет? Ну, мы типа пока что справляемся, но мне кажется, лечит далеко не всех. Хорошо. Воскрешение. Умники могут заблаговременно воскреситься. Нет, погодите. Цепная молния. Нет, погодите. Призыв зомби. Перед сражением на стороне человека появляется зомби. Да, хочу. У меня уже есть один, я хочу два. Валим сюда. Там квест будет наверху. Еды мне хватит на одну комнату, если что. Это очень печально. Мне сейчас придется все это время сражаться с дебафом. Так, вроде медики справляются. Так уж, если на то пошло. То есть, вон, чувака отличили. Трехручный меч. Трехручный меч необходим. Я надеюсь, что ты не сдохнешь. Пожалуйста, держись. Пойдемте наверх. А, это у нас Peace Death, если что. Отсылка, насколько я понял. Там у нас чувак убегает. Попробуем. Мы и так голодные, ну блин, гоняться за чуваком. Нам в любом случае в ту сторону. Эта тварь побежала обратно. Я смогу еду там докупить? Хорош убегать, говна кусок. Да, мне на одну комнату как раз хватит. Мы просто обнулили себе дебаф голода, если что. Так, стойте, не отдавайте мне жнецу, я заплачу. Сколько есть? 30 жетонов. Так, ребят, я уже был в этом квесте. 30, он дает 30 жетонов, мы тупо получаем 30 жетонов, он уходит. Я, кстати, не знаю, потом к смерти не приходил, но смерть заплатит лучше. Выбираем вот этот вариант. Да, нам придется сейчас сразиться с этим чуваком, он станет почему-то очень большим. Но мы его довольно быстро плавим. Теперь возвращаемся к смерти. Я очень глупо сделал, надо было через телепорт возвращаться. Итак, чувак дает нам хорошую работу, а вот твоя плата. Теперь твои культисты умеют поднимать зомби. Вот. Это дополнительное мясо для боя. Кроме того, что у меня есть свой зомби. Кроме того, что в начале каждого уровня я поднимаю еще зомби. Черт, они сейчас начнут дохнуть, что ли? Вон там уровень с едой, продержитесь, пожалуйста. Вот такого у меня, кстати, ни разу не было. Культисты такие стоят и колдуют эту клешню. Пожалуйста, держитесь. О, вышки пошли, две вышки уже. Хорошо. Вроде как мы никого не потеряли. У нас... У тебя закончилась еда. Что же, тебе придется отправить членов в жертвенную яму. Да, я знаю, жертвенная яма. Я знаю. Черт, кого? Фиг с тобой. Этого же медика и отправим, многострадального. Я обнулил себе этот или нет? Мне интересно. Так, хорошо. Чувак, этот метатель тунца. У меня есть хоть один метатель тунца? По-моему, нету. У меня есть метатель прецеля. Знаете, что я сделаю? Я сделаю вот так вот. Бонус к здоровью качну. И скорость атаки, подождите. Попробую... Серьезно, мне нужно скармливать, пока мне не хватит. Ой, вот это плохо сейчас. Вот это сейчас очень плохо. А кого мне скармливать-то? У меня тут хорошие люди все. Блин, отвратительно. Ладно, вот этого медика. И, наверное, вот этого стрелка. Мы можем очень хитро сделать.
Вот так. Вернуть себе почти всех. Вот так вот. Блин, и зомби... А, у меня зомби убили. Ну и вот твари. Я... Это был мой личный зомби. Я по нему буду скучать. Первый раз с такой неприятностью столкнулся. Очень обидно. Так, чувак с холодильником апгрейднулся. Хорошо, они пошли на тентаклю. На тентакль их отвлекает. Тут наши зомби повстали. Минечка, мне опять кого-то убили. Ладно, давайте я куплю мамонта. Мне кажется, холодильника убили. Блин, как раз он апгрейднулся и как раз его убили. Это плохо. Я вот это могу сейчас не пережить, если что. У него, когда манна заканчивается, он идет в рукопашку месить. Смотрите, у медиков, когда манна заканчивается, они идут такие... Блин, мне кого-то убили. Сам босс несложный. Перебить кучу зомби перед ним сложно. Да, мне, по-моему, кого-то еще грохнули. Ладно, поехали. Так, вы встретили... О, это было, кстати. Вы встретили ниндзя в синем костюме, который не может вспомнить, как у него раньше получалось стрелять замораживающими снарядами. Вниз? Не, не так. Далее ниндзя думчиво ушел, и мы пойдем. Погодите. Ну, вниз же было. Ладно, возможно, тут я что-то напутал. Мой косяк. Мне бы... Блин, тут трехручный меч на распродаже. Я обязан его купить. Это слишком хорошее оружие, чтобы я его пропускал. Тут прям уже просто сейчас жесть будет. То есть, если вы думали, что зомби это жесть, нет, жесть будет сейчас. Хорошо, они отвлеклись на зомби, который заспавнился. Супер. Ладно, этих чуваков мы еще вроде как сливаем. Погодите. Зомби каждый раз спавнится случайно и... Так, это у нас на распродаже. Это я брать не буду. Замену я тоже брать не буду. Я просто не буду сейчас ничего покупать. Я могу... Бонус скорости атаки закинуть, а потом после боя человек установит 3% здоровья. Вот это хорошо. Существо получает... Это про... толстая кожа. Бонус к мане. Бонус к мане нужен. Все юниты. Чтобы они лечили лучше. Вот это я возьму, чтобы вот это взять. Призванные существа получают бонус здоровья 50%. Вот это мне просто необходимо. Потому что у меня уже много призванных существ. Получается, и зомбаки восстают, и тентакли восстают, и все что угодно восстает. Поэтому я думаю, что... мне это будет сейчас выгодно. Я могу в любой момент поплатиться за свой выбор. Ой, вот эти чуваки очень вредные. Смотрите, меня сейчас мечника убьют, блин. Его никто не лечит? Спасибо, блин. Надо больше медиков, кстати. Хорошо, что они отвлекаются на зомби. Чувака с трехручным мечом ушатали. Меч-то мне остался, конечно, но это печально. Пойдем дальше. Еда, улучшение, пустая комната. Вот эти чуваки считаются маленькими юнитами. Честно говоря, да, мне предпочтительнее драться с ними, чем с теми страусами. Так. О, турель на распродаже. Турель я возьму. Надо было, наверное, какашку взять. Ну ладно. Турели, по-моему, у меня... Не было, что ли? Да, у меня вот три ученых теперь.
Тут не было медика. Куда я хочу? Еды мне хватит еще на одну комнату, потом еще пару комнат я смогу поголодать. Ладно, пойдемте сюда. Там босс. Черт, не в ту сторону пошел. Нет, 4! Вы че? Я их 2 еле убивал. Ох. Ну, кажется, я приехал. Хотя... Не, кого-то убили все-таки. Блин, ученого убили. Отвратительно. Дохните! А, я еще экзоскелет потерял. Это была очень прочная штука. Хорошо, последний шанс. От процента ниже 50. Класс метатель. Получает бонус к здоровью. Критический удар. Метатели, метатели. У меня метателей-то нету. Никого. Давайте вот это возьмем. Предлагаю вниз. Да, я потом смогу портнуться сюда. Внизу набрать. Если я доживу. Блин. Их просто разносят. Шамана убили. Моего зомби убили, да? Чувак с дефибрилляторами, потому что у него закончилась манна, просто пошел бить их вручную. Так. Ладно, сейчас очень рисково, я могу сейчас слиться, потому что я так делаю. Их очень много, вы чё? Ну ладно, вроде... Вроде тащим. Блин, чувака с плеткой убили. Давайте, давайте, ребят. Медика убили. Ну, еще одного медика с дефибриллятором убили. Это отвратительно. Так. Ладно, делаем вот так. Телепонькаемся. И идем. Тут нам надо будет. А что скупиться? У меня 30 денег, блин. И у меня нету танков. Сейчас балерину еще убьют. Может, не убьют. Дохните, твари, дохните! Хорошо, меня выручает то, что есть зомби, то, что... Так, хорошо, во-первых, медик по скидке. Во-вторых, One Punch Man. Это я беру, однозначно. Теперь... Ну-ка, набираем людишек. Мечника сюда. Лишнего доктора. У меня врачей очень многих перебили. Мне сейчас придется, ох, как постараться, чтобы это все вытащить. Хотя, по-моему, я уже пошел потихонечку по наклонной. Из этого положения я уже могу просто не выбраться, потому что я потерял слишком много людей. Ну, давай метателя прицелей тоже сюда. Я, конечно, сейчас себе танков подстроил, и у меня всего 3 медика. Это просто отвратительно. Они просто не будут справляться с этим всем. Еда. Хочу ли я за едой идти? Наверное, нет. Пойдемте к боссу. К боссу еще такая длинная дорога. Я сейчас очень много еды на ней потеряю. Посмотрим, вообще справлюсь ли я с ним.
Да, это сложный босс. Это я помню. Просто у меня мало медиков, не так много танков. И да, у меня много урона они сейчас вносят. И башни есть. И... Ну вот видите, одного танка уже прибили, потому что медики не справились. И с другой стороны, мы сразу завалили самого крутого чела. Так что хорошо. Вроде пока что тащим. У меня вообще два медика осталось. Блин. Так, стоять, Мракус. Ответьте на один вопрос, прежде чем ступить дальше. Сколько машин вы видите на этих изображениях? Три. Я не могу выделить цельное изображение машин в этом квадрате, разделенное на 9 других квадратов. Какие изображения? Ну, давайте вот так. Из темноты навстречу человеком вышло трое, и их лица выглядели преисполнены мудростью, ну или туповато блаженные, смотря как посмотреть. Братья андроиды, нас осталось так мало, давайте вместе двигаться по этим лабиринтам. А, о да, конечно, брат андроид, давайте вместе. А, к вам присоединилось трое. Скорее они выжили из ума, чем действительно являются андроидами, но любой в этой роли лучше пушечное мясо, согласен. Причем один еще и стрелок. Хедшот. Так, привет, чувак, ты будешь новым мечником? У меня для тебя новости. Раз, ты будешь новым доктором. Блин, с докторами проблема. Давай новую турелечку возьму себе. Инженеров у нас будет побольше. Да, кстати, вот это у нас био-биом, если чё. Уровень 8. Мне кажется, я тут и останусь. Ну ладно. По крайней мере, в этот раз мы с вами увидели больше. Зомби. Много зомби. Очень много зомби. Тут прям дофига зомби. Эти, из каждого такого синего человечка вылупляется то ли 2, то ли 3. В общем, их пропорционально гораздо больше. Помните, мы с боссом сражались, где был один такой? Так вот, их тут 3, видите? Опять мечника убили. Да, да, конечно, давайте. Тут двоих докторов убили. Да, идеально просто. Проблема в другом. То, что все мои убитые превращаются тоже в зомби. Гроб по распродаже. Отличный гроб. Иди сюда. То есть мы сейчас просто делаем то, что восполняем. Причем восполняем даже не поровну. Ай, мне даже человека не хватило, чтобы его медиком сделать. Ну, поехали дальше. К сожалению, в этот раз у нас немножечко... Ну... да. Вот, One Punch Man, кстати, убили. В этот раз немножечко не пошло. Я заходил чуть-чуть дальше, но... На видео мы с вами дальше, чем... Ой, Валеру самурая убили. Мы с вами вот этого еще не видели на видео, вот этого биома. С другой стороны, я проходил чуть дальше, чуть-чуть. Но там дальше прям очень страшные вещи. Я сюда пришел не совсем в той форме, в которой мне хотелось бы сюда прийти. Не трогайте... Так, щупальцу трогайте. Блин, они все-таки еще одного... Врача убили. Все, я остался без врачей, без танков. Я красавчик. Дальше двигаться уже практически бесполезно. Потому что меня в следующей же комнате, скорее всего, раскатают. Тут, если нету медицины, то все, до свидания. Да, мне, кстати, видели, сейчас сработала храбрость, потому что нападающих было больше, чем моих персонажей. Но мне это, опять же, уже не поможет. Блин, они сливаются потихонечку. А, нет, из каждого синего вылупляется один зомбарь. Оно работает один к одному. Я что-то думал, что зомбари вылупляется больше. Чувак с прецелями просто чудеса творит. Протанковал 5 зомби и... Чей жив остался? Фига себе, какой у тебя уровень? 5-й?
Это заслуживает. Ну подождите. Может, все-таки какой-то шанс еще есть. Не особо большой, но... Посмотрим. Черт с ним, я куплю еще одного. Что мне терять? У меня их и так мало. Проблема в том, что у меня танков нету, но это уже другое дело. Так, я уже сюда с дебафом иду, ладно, внизу попробуем отожраться. Я думаю, что фишка в том, что я получаю бонус защиты. В этот раз их слишком много. Я их недостаточно разматываю. Видите, да, прицеля убили. Все-таки чувак не выдержал. Настя Тайсона убили, еще одного врача убили. О, это мои трое зомби, если что. Чувак, у меня свои зомби есть! Не ожидал? Ха-ха-ха. Прекрати. Фига себе, мат поднял уровень. Ну, типа, да, я продвигаюсь, но смотрите, сколько я каждый раз теряю при этом. Все практически теряю. Доктора все вообще сливаются подчистую. Ну а без докторов тут делать особо-то и нечего. Да фиг с тобой, подкупаем. Лишняя огневая мощь лишней не бывает в данном случае. Я понимаю, что я покупаю не самую качественную огневую мощь, но это уже другое дело. А где портал? Ну ладно. Какой нафиг портал? Из этой комнаты я уже не выйду. Минус пулеметчик. Минус Настя хедшот. Еще один стрелок. Ну да, серьезно. Фишка в том, что пока он щитуется, они по нему бьют, а в это время они могли бы бить по экзоскелетам, но они не бьют по экзоскелетам, потому что они бьют по щитующемуся вот этому чуваку, вот это большая проблема. Тут у меня уже просто количества не хватает. Обычно, если у тебя много урона, ты там его вливаешь и все. Смотрите, сейчас меня убьют экзоскелеты, потому что мы лупим вот этого чувака по щиту. О, тентакль вылезла. У меня так и не появился апгрейд на стреляющую тентаклю, так и не появился апгрейд на медиков, которые лечат на расстоянии. Очень жаль. А, и кстати, я тут еще и с дебафом дерусь, потому что я голодный. Ну, немножечко где-то я не посчитал, немножечко где-то не повезло с определенными юнитами. Тут очень большой фактор рандома все-таки. Вот. Я даже не уверен, что мы пройдем эту комнату. Взяли, подняли двоих зомбей. Троих зомбей! Четверых! Тебя бьют? Тебя не бьют, хорошо. Давайте, зомбички, тащите! Он постоянно просто поднимает зомбей, прикольно. На, 5, 6! На, сожри! Ну вот таким образом, да, мы сейчас выиграем, потому что чувак просто на всю манну там скидывается, зомби поднимает, как только может. И его они тоже убьют. Я затащил комнату. А, он еще и уровень поднял с этого. Красавчик. Last man standing. Да, я получил эту ачивку.
Мне даже еда теперь не нужна, чувак. Я один. Я сейчас просто пойду и порву этого босса. Зомби. Настя мрачная. Ладно, хорошо. Поражение. Провокация, взрывная атака, ипохондрия. Дальше. Все, ребят, главное меню. Спасибо. Вот такая карточка получилась. Ох, блин, очень жесткая, очень напряжная. Я буквально пару уровней вперед доходил. Я не буду вам спойлерить, что там дальше. В следующий раз, если получится, если все нормально будет, увидим. Пока что, ребятушки, вот так получилось. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем пока, да.